Всем привет! На очередном обзоре игр на платформе Android. Сегодня у нас игрушка, ну, как на Play Market было написано, типа как Dead Trigger. Я подумал, ну, типа, если типа как, решил попробовать сыграть. Но на самом деле оказалось совсем не то. Совсем не то просто. Во-первых, сразу скажем, что у нас бросается после обучения, что бросается в глаза. Это донат, который всплывает всегда, везде, и каждый раз, ты запуская игрушку, все время появляется. Графика, ну, средняя, конечно. Не знаю, посмотрев ролик на Play Market, я подумал, что типа, вот это что-то крутое такое. Сейчас покажу вам геймплей, и, в принципе, пару атак я сделаю здесь, ну, как бы большого интереса к игре я так и не получил. Значит, ну, давайте вот. Во-первых, мне кажется, что это вообще не для планшета игра, потому что, видите, да, рамки заходят, то есть X вообще не там. Так, ну, давайте старт. Значит, суть, ну, понятное дело. То есть ходить нельзя, но как Dead Trigger нельзя ходить, но можно просто стрелять. Графика так себе. Как в тире. Короче, игра как в тире. Да, блин, гранату промазал. Офигеть! Все, миссия пройдена. Ну и вот, как обычно, реклама вылезла сразу. Пенсия. Так вот, это была одна миссия. Миссии все такие, однотипные, естественно. Значит, что у нас здесь с оружием? Ну вот, изначально дается пистолет, его можно тоже апгрейдить. Ну, что интересно, вот показывается, как он стреляет, да. Также есть ножик, который не показывает ничего. Вот МП5. Ну, короче, оружия много, в принципе, всякого. Даже такой есть. Арбалет. МП-90. Это классное оружие. Но в Call of Duty было прикольно. В принципе, оружие... О, а ну-ка, что это у нас? Вот. Это хорошая штучка. 2000. Ну да, естественно, у нас 2000-то нету. А сколько стоит? Ну, я имею в виду, сколько денег нам? Блин, нет. Это нету. Я хотел посмотреть, сколько денег стоит все. Так. Вот это, наверное. А, тут даже что-то магазин, что ли, нет? Не помню. Да нет. А, вот, да? Банк. Типа Dead Trigger, но Dead Trigger там, конечно, далеко. Короче, на этом обзоре я заканчиваю. Есть всякие миссии еще помимо этого, но все они однотипные. То есть в каждом надо убить, как в тире, какое-то количество зомби. По мне, не очень. Мне не очень понравилось. На вкус и цвет, конечно, товарища нет, но мне что-то не впечатлило. На этом обзор заканчиваю. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, будет много очень роликов. На всякие тематики, опять же, по играм. И буду потом показывать немножко по-другому. Я наконец себе купил камеру, буду показывать, как я играю просто в нее. А, также есть другой еще планшет на Apple iOS. И мы как бы будем на том еще делать планшеты, игры. Именно только мобильные пока что. Потом в дальнейшем я и компьютерные буду обозревать. Но сейчас пока так. Еще раз спасибо за просмотр.